Хочешь после своей смерти овнить союзников фразой? А, пухуй ба. Или войсить в начале катки. Парни, что мы надрафтили? Но в доте этот войс-эффект стоит целых 360 рублей. На эпиклут ты можешь выбить его с кейса за 69 рублей. Поддержи любимых авторов и получи крутые войс-эффекты дешевле с эпиклут. Ну и не забывай о других кейсах на сайте, ведь сейчас на эпиклут можно выбить аркану с любого сундука. Да, даже с того, что стоит 9 рублей. А с промокодом, который ты видишь на экране, ты получишь 15% к балансу. Ссылочка находится в описании. Ну и по секрету скажу, на Эпиклут скоро появится собственный крутой Battle Pass. Не пропусти. Осуждаю. Знаешь, что произошло сейчас? Начал обзываться. Кого обзывал он? Тебя? Тебя? Настя комментирует. Пиздец вообще. Гадости говорит, как обычно. Да. Шо, парни? Если хотите сделать ставочку прекрасную, можете на этом сайте прекрасным, превосходным сделать ставочку. Промокодик я скинул для моих рефералов в Телеграме, поэтому заходим в Телегу. В Телеге будет еще розыгрыши там солидные. Только для рефералов. Ебать вкусная тема. Вот, я залил, короче, 50 баксов на Virtus.pro первая карта. Алло. Поэтому болеем за них, да, алло. Что ты? Я деньги на ВП поставил. Я тоже. Сколько ты поставил? 2000. Нормально. Тут еще да. Какие игры, погоди. ЕГЭ, ВС, хуйня. О, Virtus.pro, Alliance сейчас играют. Угу. Team Spirit, LGD тоже интересно посмотреть. Да? Это долгая игра будет. Ну, бля, какая интересная. Ну, прикольно. Правда. Ну, интересно. Я хочу на LGD посмотреть просто. LGD, Thunder Predator. Ой, LGD, Alliance. Хуйня неинтересна, Астеры неинтересна. VPUG охуенная игра должна быть. Вот EGG тоже пиздатая игра, блядь, но они в одно время играют. EGG, давай лучше, может, не? Блядь, да тут VPUG и EGG играют. В одно время. Пиздец, я не знаю, что делать. Две игры охуенные должны быть. Просто две игры охуенные должны быть. Поэтому, парни, я на ВП, если что, залил. Если кому интересно, 50 бэксов. Свои. Бэксы. И я надеюсь, они выиграют мои же бэксы. Очень сильно надеюсь. Макака Шейкер. Тени с виспом в бане 24/7 будут в этом турике. Бля, какие же помидоры имба, блять. Я не знаю. Какой же гений додумался их выращивать. Это просто псих ебаный. Пока. Пукнули. Цикаво. Инвокер шторм баня. Что-то не рановато пака открыли, не? Мне кажется, тут фришная для темпларочки может быть. Для алайансов. Ну, я хочу сегодня увидеть игру на Фантом Лансере на самом-то деле. Вот. Ну, на СФе мы уже посмотрели такое себе. Ну, не смотрели эту игру даже. Ну, не смотрели, он там... Ну, физисов. Ну, лайнит он круто, на самом деле. Псих ёбаный. Ну, я пожёстче лайню. Будем честны. А чё сабмод стоит? Или шрак, нахуй. Ха. Бля, ебатька, долго не хаваешь, любая еда пиздец невероятно вкусная. Имба. Есть такое. Вот без шуток, веник земелья, как ты вообще на этот лайн смотришь? Это какой-то пиздец полный. Войду, они вообще нихуя не сделают. Пиздец. Пиздец. Бля, в инвентаре твича, говорят, забрать. У тебя игра не началась еще, не? Не. Пиздец. Так у нас одинаково. Я думал, я что-то забагал у меня. О.
Пизда, да. Веник, блядь, 26 левел, ебать, тварь, конечно. Так, давай, сколько будет длиться игра, как думаешь? Сколько? Ну, я думаю... Ну, там дуза, там дуза. 37-44. Весьма вероятно, сделаю такой же. Игрок с наибольшей ценностью в 10-й минуте. А, ну это либо Лешрак должен быть, либо пак. Ну, дуза никак. Либо Лешрак, либо пак. Я думаю, бля, Лешрак, по идее, больше фармит, согласись. Но лайнит-то пак получше. Ладно, давай пак. Давай пак. Общее число убийств от смоков до 25. 3-5, да. 3-5. Игрок 3-5. С наибольшей серией убийств. Войд? Или пак, или Лешрак. Ну дуза точно нет. Ну, давай пак. Давай пак. Мы будем. Мы верим в вертусов, поэтому. Давай, давай. Давай. Всё. Так, начинается драка, нападение тут сразу же на Ханскина происходит. Ханскин погибает, его никто не динает. Ты, ФНГ, блядь, тоже пизды ебать. Получает, ФНГ. ФНГ, ФНГ! Не, он живет. Блядь, блядь, а если сейф умрет, хуёво. Похуй, будет, да похуй, похуй, ФБ сделали, а. Anyway. И ФНГ ФБ, второй фраг забрал. Похуй вообще. Очень, очень выгодный размен для Virtus.pro, мне очень нравится подобное. Мне очень сильно нравится такое. Красавчики. Еще понял, земелья первый спел взял. Прикольно. А не второй. Ты прав. Я очень сильно прав. Так, хотят руну отжать Alliance у Virtus.pro сейчас на боте. А нахуя? А хуй его знает, реально. Жадины. Жадины. По рунам у Alliance получше будет, конечно. Ну кого это ебет? Что, ты как ты вообще надеешься на наших ребят? Давай в миде. Фух, ну я, да, на мид интересно, что будет посмотреть. Противостояние пака JPK против Лимпа. Ну мы у Лешаке. Которого интервью брали, верно? Естественно, естественно, он естественно, самый. Разумеет. Именно так. Крипа не добивает, это большая ошибка. Огромная ошибка. Невероятно большая ошибка. Big fail. Ого, это JPK, это JPK, да. Переиграл молодого Лимпа, это было очень здорово. Играть Лимп старый вроде. Ну что? старый. Старого Лимпа. Погоди, Лимп в миду играет? С каких пор вообще? Я тоже не понял. Я тоже не понял, ебать. Подожди, это, блять, а кто у них до этого был мидером? Я не знаю, ну... Там чел какой-то Лимп... на бруде играл. Лимп же не мидер. Погоди, этот, койка, нет? Вроде, да, этот... да, а где он там? Не. Пизда. Койка ушел. Кикнули нахуй. Ну Койка на ЛД вообще трахал. Было дело. Блять, ну вроде да, ну да. Ману чекать. Ну ебать, блядь, он это разводит его, конечно. Очки, ну на очке, ну старается. Интернешнл как? Ну естественно. Да какой нахуй интернешнл? Я на него, блядь, 50 баксов залил. Ебай, бой, блядь. Ну, я только заговорил про свои 50 баксов и сразу начал потеть. Потому что я объяснял, чё как вообще, почему. По КСу, конечно, Лешачок кайфует. Ну там, правда, пачка огромная паку идет. Подобивать бы. Ботл у пака теперь, у Лешачка тоже ботл, и также Лешачок идет на руну забирать. И пак тоже должен рунку забирать. Бля, ебать на паке гений, конечно. Пиздец. Ну, он на паке, да, неплохо играет. Ну, почти как я, только похуже, типа. Бля, ебать, скам нахуй. Пиздец там, сука, ебаная. На Лешаке тварь, конечно. Оу, хо-хо! Да, это наш мидер, это тот, на кого мы деньги за. Это тот, на кого мы деньги поставили настоящие. Валюта. Валюта. Старается. Бля, там два фрага уже, блядь. 2-2. Я только сейчас бля, заметил. Как? Я ничего-то увлекся в миду. Кингфлэр погибает. Блять. Похуй. Нет, не похуй. Ну не похуй, но и похуй. Возьму миду за крип. Сколько? 12. Нормально. Это хорошо. Да, это очень хорошо. Monkey King, кстати, без строго играет. С пассивкой. И с Веномом, кстати. В меду да? На стан все-таки ловит Лимп ГПК. Ебать. Да.
Я бы сейчас это... У, реально капельки нормально. И тангусики приобрел бы себе. Ну, хули нету. Ну, у Шейкера все очень замечательно сейчас на лайне. У него пачечка под тавером. Там, правда, отпулил Найтфолл сейчас. Что ты несешь? Зачем ты Шейкера подбадриваешь? А схуя ли подбадрил? Просто по факту говорю, реально. По факту... Ебло завали, блять, мы ладно. За ВП болеем. Ну, по факту. Ну, по факту, да, но давай ты ебало завалишь. Ладно. Ладно. Так, на боте происходит давление от Виномансера, с топориком сейчас находится Виномансер. Плюет тут. Выход в мид от земелья происходит в данный промежуток времени. На руну, прошу заметить. На лимпа, прошу заметить. Все, руна, две руны забираются, отлично. Лимп в ахуе, у лимпа ботл пустой. Перекладывай там что-то. Кстати, Ренжа не добил ГПК, как ты на это отреагируешь вообще? Я? Никак. Да. Придаем ему в интервью? Ну, кому? Лимбу? GPK. Как он же не зайдет сегодня, я же сказал. Или, ну, или зайдет? Не знаю, по идее нет. Посмотрим. Ну, бля, свяжись с ним, знаешь. Ну, я попробую. Че, зайдешь сегодня? Да? Ладно. Или нет, ну, не знаю. Да, окей. Да. Все, по игре, да. Да. Завалите свои баллики. Оу, это что? Nice соло фраг! Ладно, не соло, там, по да помощи. Похуй, соло. Соло, нормально. S4 выводит крипов без сапога, прошу заметить. Без сапога выводит крипов. Драка происходит у нас сейчас на топе. Kingslayer гоняет ебаного шейкера, блядского ебаного, сука. Ебучего, блядь. Блядь, пиздец. Ебать, у него сет пиздатый, слышишь? На кого? Найтфолл? Ну, casual сетик такой, ну ничего. И сет такой же. Бля, ну есть пижи сет такой, знаешь, типа... Не. С чешуёй. Да, со скалью. Да, он крутой. У этого чела хвоста нет иммортального. Сейчас да Биринджа! Уфух. Тоже потом тоже не добьёт, да? Да. Ебать, он станами не попадает, нахуй, по паку. Ебать, он попадает там, нахуй, этот чел, блять, на топе. Я за медузкой смотрю. Я за пуком. Ну, хуй знает, бро, хуй знает. Ну, пакича все очень круто, пак доволен, я думаю, игрой. Бля, нам нужно, чтобы пак топ-1 по нетворцу был, слышишь, 50-й. Должен быть. Да у него все очень круто. Люе 500, ну, хуй знает. О, ДД, да. Сюда. Бля, вот бы он на рандоме тупо тангусик схавал. Не, он не даст нам Акаке руну забрать. Так, ну у Веника 5 левел, 25 крипов, у Веника вроде все неплохо. Его блядь, особо не напрягают. Блядь, у Пака 43 крипа, нахуй, Пак... Данечка, да. Да, Пак солидность, вообще все делает. Еще по миду сейчас пойдет с ДДшкой пушить, и ему сразу земелья пришел на мид помогать. И сразу стяжка саппорта, посмотри, командная игра, стяжка саппорта сразу на мид идет у нас. То есть два саппорта уже в миду, ты понял? Сразу же нападение на ФНГ по ДД Пака. Правда, Сайленс не нажимает, ФНГ. Пока что. Нажимается Дримкол. Отличный фраг. Также прыгает отличный. Макака. Гениальный. Надо. Убивай. И Лимпа тоже нахуй с игры. Можно выкинуть не попало, его? Не попало. Да похуй, у него сейчас будет вкат. Вкатывается в Лимпа, не докатывается, но замедлит его сейчас. Замедляет Лимпа. Дает тычку с ДД и убивает. Даблкил делает ГПК. Второй. Ты чё? Shift нажми! Чё под пивом, пиздец, ну я разочарован. Пиздец. Ну дал фракал этому Ханскину, я вапаю. Блядь, ёбаный стыд, блядь. Ну зато у него на творце теперь, подожди, сейчас скажу, что это. Блядь, он опять не на первом. А кто на первом? Ёбаный, блядь, вот. Бля, Дуза. Да похуй, до 10 минуты ещё 3 минуты. Все наши, правильно? Да, все наши. Ну смотри. Блядь, там будет на первом. Дема вообще не напрягают, он тупо стоит, крипесов ебашит. А что ты сделаешь на ебаном ВД, который АФК стал? Давай, ебаш. А, так он не убьет ВД. Убьет, там... Он умер. Нахуй с игры, ебать хуесос. Ё, блядь. Охуенно, вот, две смерти подряд. У него ТП нету, мужик. Победа. Бля, погоди, Дуза фармит. А ну, остановите Дузу и Вайда остановите, чтобы Пак был на первом месте. Блядь. Две минуты. Абуз ботла. Найс. О, еще шмотка солидная упала. Сразу же смокича нажимаю с дримкоилом на Вайда. Отличный
Отличный кол от Кингслера. Боже, очень круто играют, очень круто играют. Отличная перетяжка сейчас будет. На самом деле они это сделали на Вижене. Вот это не нравится мне. И сразу же телепортация от Ханскина последует на бот. Об этом знают Alliance, и мне кажется, ВП об этом догадались, то, что их ждут. Они знают, да. Да. Ну слушай, мне кажется, мы проебали, там Дуза уже 400, она лес ебашит, и у нее Драгонлайн еще будет. Пиздец. Застакать на Дузе, 55-я. Угу. Ну пока все у нас очень круто, так мне музыку надо поменять. Так, что тут у вас происходит? Кстати, вард сняли в меду. Кто ладно, смог, проевали прогноз, меду за 4500 уже. Да, да похуй, похуй. Земелья пошел качаться на топ. Медуза себе Драгонлэнс покупает на 9-й. Очень солидный фарм у Медузы. Мне очень сильно нравится такое. Если сейчас Лим погибает второй раз, это будет критическое. Третий. Нахуй с игры. Раз. Лим погибает третий раз уже. Это очень плохо для него. Это очень плохо. У него 50 крипов, у него очень мало фарма. 3700 нетворс. Погоди, а чё у Пака нетворс понизился? Бля, хуй знает. Ну, Ника Бэби фармит на боте. ДМ тоже фармит на боте. Плюется тут. Ну, на боте ничего интересного, в принципе, не происходит. Тут происходит движуха за паком постоянно. Ну, Шейкер, кстати, фармит довольно много. Кстати, заметил, шейкеры что-то дохуя фармить начали. Шейкеры вообще какие-то... Ебанутые, блядь, психи, блядь. Ёбнутые. Да, жесткая тема какая-то. Может тоже на шейкере покатать, не думал? Не, какой, я легионка. Ты видел, у меня на легионке стрик вообще ёбнутый. А я не захожу на этот аккаунт. Тут порядок отмывает сейчас. Ну потом посмотришь. Потом, да. Выход, неужели на лимпу, это опять блядь, смерть нахуй, лимпа? Нахуй, ой. Ничет, а там дриколы нет. А чё, такой убил бы, блядь. Убил бы. Но на очке там Ника Бэйби сразу ТП нажал. Так он всё, под ДБ, всё он правильно. Под ДБ. О, под да ДБ. похуй, он бы умер. Там Ника Бэйби ТП нажал мне, он бы умер на паке. Всё правильно. И а есть его, возможность, его нахуй с игры выкинуть. Просто нахуй, боже, нахуй с игры. Типайте. Да не того вы типайте. Блядь, Вайда типать надо. Ладно, нормально. Слышишь? Что-то со смоками мужик, проебали. Мужик, кстати. смотри на Дузу, 6 тысяч нетворца, пиздец, все, проебали. Общее число убийства смоков в десейт до 25. Да какая нахуй разница? У меня 50 баксов нахуй стоят. Да? Ну, а у меня сколько? У тебя 2000 рублей. Это сколько в бексах? Да я ебу. Поменьше. 40, 30. Нет, не 30. Так, у Лимпа все так хуёво. Правда, он убил сейчас Виномансера, да, я так понимаю? Да, убил Виномансера, но все равно у Лимпа 4400 нетворс. Для Лешака это очень мало, если что. Кто думает, что это много, вы ошибаетесь, это мало. Вот. Застакать! Лимп неопытный. Я бы застакал и пошел бы пачку фармить. Потом, бля, неопытный, он не застакал. Очередная ошибка от Лимпа, я не знаю, очень слабо играет. На топе. Сайленсер качается. Все качаются пока что, Дуза очень быстро качается. Пак с Вичблейдом. Нормально. Виномансер потерялся что-то. Собирает себе Спирит Весел. Угу. Рисует здесь Nightfall, типа, забираем эту часть карты, чтобы эти хуесосы нахуй с игры вышли и не заходили в нее. Также нужно бот Тауэр спушить, и Пак это прекрасно понимает, этим и займется. Да? Пизда, блять. Так, чё на топе? На топе тупо закачка саппортов происходит. Шейкер с блинком, неужели это, да, это смог вылазка сейчас будет у нас происходить сейчас. На центральный вот. Коридор, на Виномансера, но мне кажется, они его очень долго будут бить. У него там худ и смотри, стихи. На топе тоже хотят убить. О, да, это убийство будет на Кингслеера. Кингслеер погибает в этой ситуации. Ставятся две ульты на него. Он погибает. Его типают. Так. Также смог вылазка.
О, Сейва уничтожили, ну, реализовал блинк на шейкере, в принципе, пойдет, даже ульту не тратил. Нормально. Медуза качается. На самом деле вообще похуй на все эти смерти. Вообще похуй на все. Пак Дуза живут, они качаются, и им вообще похуй. Это очень много спейса для Дузы. И Дузе это очень сильно нравится. И мне тоже. А тебе? И мне нравится. Согласен? Согласен. Также в ответочку. Сейчас планируется смог. Учитывая то, что нет хроносферы, арены, а также ульты этого Вич-доктора, принимает решение нажать смок и разбить ебальник нахуй этому войду ебаному, блядскому, ебучему. Бля, ФНГ попадается. Бля, придется МФНГ и ебло ломать. Ой, каски очень хорошие. Бля, ой, хороший глобал. Дримкоил тоже по двоим ставится. ФНГ убить. Бля. Шейкера тоже бы уничтожить. Бля, погоди, это там у Шейкер сейчас пизды даст всем. Дуза тоже подтягивается, убивает сайленсера нахуй. Сейф прыгает и... Ебать, ты видел, какой трон крутой у Дайра вообще стоит? Так, там вообще. ГПК, смотри, мансит ГПК. Ладно, нихуя он не мансит. Чё-то мне не нравится то, что сейчас произошло, но мы забудем, да? Мы забудем, там, сука, у Медузы миллион, блять. Просто смотри, у него 10 конетворса скоро будет. Очень много, Медуза богатая. 200 крипов у чела на 15-й. Ебать, его в жопу. Здесь вообще, да? Да. Очень много фармит. Очень много фармит. Его просто не убить будет. У него появится скади. Он просто будет бессмертен. Под глобалом, под ёбаным виномансером. Бесполезным. Так. Что тут у него? ДВСЛ скоро. 200 голды осталось. Дуза на эншентов переходит. Очень круто все у Дузы. Правда, не застакано тут нихуя, что удивительно. Угу. Будет делать себе БКБшку. Ты бы ну, что бы ты сделал в этой игре? БКБ либо манту на выйде? Сайленсер погибает на топе, Шейкер Сол его уничтожил. Алло. А хуй его знает, я за Медузкой смотрю. Ты не смотришь за Медузку, у меня сейчас скади появится. Я за всеми смотрю. Бать, у меня скади еще будет. Да у Дузы пиздец за хуя. Не, на Дузе вообще ёбнуться как дохуя, просто пиздец как дохуя. Я не знаю, лучшей игры и не придумаешь, не? Ну типа, по фарму очень много у него. Так, ХСЛМ в демо, демпа погибает. Ну, ничего, бывает, блять. Также контр-атака тут происходит от Virtus.pro, S4 тоже погибает в этой ситуации 100%, Kingslayer тоже дохнет. Убивает Ханскина. Медуза ультует. И ФНГ можно ебло сломать. Да, ФНГ ебло ломают. Убивает. И также за лимпом, сразу за лимпом. Ну за сейф, иди за лимпом, чуть-чуть ему похуй, блядь. Они могли лимпа убить, кстати. Реально. Могли спокойно, без проблем. Лимп, да, лимп уходит. Ну, это выгодно было для Virtus.pro. Знаешь почему? Ну. Глобал не потратили. Хроно потратили. ЭХСЛМ потратили. Теперь Virtus.pro могут просто идти ебать их в жопу, даже без Медузы. Это миллион спеса для Дуза сейчас будет. Ну, Virtus.pro... Ой, Ника Бэйби, нахуй с игры, сыночек. Сюда, Пэтасы. Проще. Нормально. Блять, посмотри на Дузу, блять. Ебать у нее бабок, нахуй. Скади сейчас будет, пиздец. Все, это не остановить. Это уже все не остановить, все, невозможно выиграть. Мы победили, поздравляю. Ну, очевидно победили. Это же Virtus.pro против Alliance, блять, что это, ну... Я говорил, куда ставить, парни. Ну, типа, я не ошибаюсь по поводу ставок. Я, ну, один раз ошибся, да, допустим. Ну, это там, ну... Там... Ты два раза. Да, блядь, всё. Один. А? Да какой я 2 бакса проебал? Ну, что, эти баксы, блядь? Ну, 2 бакса, это шаурма. Ну, это шаурма, ну, ебать их в жопу, эти 2 бакса, Это знаешь, сколько вот этих вермишелек ваших украинских? Мивины? Да. Блядь, сколько это мивинок? Да хуя, блядь. Должно быть. Ты вот вдумайся, сколько человек ты мог накормить этими мивинками. Да я и так могу накормить. Накорми, на видео сними. Не надо.
Опа, погоди. Не, не погоди. Так. Что тут у нас происходит? Kingslayer. Блять. Похуй. Да, да, да. Не зря Kingslayer шмотку нейтральную не брал. Он сосредоточен был. Он в чела на шейкере не попал, прикинь. Да похуй. Кстати, ФНГ умер. Где умер? Веник, в соло! В соло веник, боже, наказал. Без ульта, без ульта. Без ульта, естественно. Наказал. Так, смотри, показал, смотри. Папочка. Ну, Alliance на очке, на очке. Конечно, когда ты видишь такую дозу, тебе вообще не хочется играть в эту игру, ебану. Не то чтобы сражаться с ними, реально. Что? Как его нашли? Ебать, Вайда убили. Кого? Вайда убили. В лесу, и, нахуй. Чё? На топе. Пизда. Пиздец. Ну, пиздец, это хороший пиздец, да? Ну, для нас, типа, мы же доставку сделали как-никак, да? Да, да, да. Так, что тут происходит дальше у вас? У Лимпа игра вообще не удалась. Ну, типа, будем честны, очень плохо отыграл, да? Ну, против GPK, в принципе, да, сложно играть. Я думаю. Чего у них рангов нету? Ни у кого. У кого? У Alliance. Ну, там стри, S4 топ 600, Лимп без ранга, Никабей без ранга, Ханскин топ 100 и FNG топ 400. Открой ранги ВП. Ай, блядь, чё орёшь? А, ну прости, ранги ВП открой. Топ-1, блядь. О, погоди, нападение происходит на Диэма. Да пизда уже, чело. Оу, а хороший форс был, охуеть, через фиссуры перелетел. Ханскин вынужден нажимать телепортацию, потому что, ну нахуй, такую игру ебаную. Ну, чё сказать. Кстати, в это время погибает Лишрак на боте. Что ты как-то это прокомментируешь? И чтоб ты понимал, умирает он... Не знаю, как он умер. Даже и Dreamcoil на него не потратили. Просто умер. Падло перематывать, мне похуй. А, я сейчас посмотрю, его... Просто убили, его земелья с паком разъебали. Нападение на S4, Сало получает, ничего не может сделать, просто погибает в этой ситуации. 8000 перевеса уже. У Virtus. Yo, Pro. Bro, у Вайда 13 левел, у Вайда 13 левел, мужик. У земели точно такой же левел. Все, нахуй не играют, напишите ГГ. Нет, они, ну парни, ну реально, ну че вы время тратите? Ваше, мое. Вот что бы ты делал, будучи за Alliance сейчас играл бы? Вот, допустим, на... Честно, на Вич-докторе, прикинь, ты за Alliance играешь. Я бы ГГ написал. Я бы тоже сказал, парень, давайте напишем ГГ, не будем позориться. Ну, типа, реально стыдно как-то перед фанатами. Ну, одним фанатом. Нападение происходит на Nightfall, а Nightfall'у вообще похуй. Вообще, как же ему похуй? Ему просто похуй. Ему просто поебать абсолютно. Лимп выживает, Ханскин тоже выживает, эта ситуация, все выживают, но главное, что Дуза выживает, я считаю. Опа, увидел, форс? Да дай тычку по нему, хеллоу. Алло, дай тычку, замедли. Привет. А что такое-то, алкаш на венике какой-то играет. Немножко, да, ну пиво выпил. Там Хрона Никабэби проебал куда-то. Че, серьезно, пака хотел? Охуеть. Откуда у него 25 уровень на Виномансере? 26. Не знаю, ну, играет. Но да, не, я думаю, играет. Ну, да много играет, кто на этом говне, это вообще пиздец. Да не знаю, как можно на этой хуйне играть, вообще. Это как сидеть играть на Драгонайте, прикинь, это же вообще скучное занятие. Знаешь, фу нахуй вообще. Да. Так, что тут у нас происходит сейчас на карте? На карте вообще просто хаос нереальный происходит для Alliance. Alliance уже отчаялись, нажимают смоки без хрона, им уже так похуй уже, ну просто поебать. Диэма убивают, хороший фраг, ну как же вообще похуй. Так, телепортация дает пак на мид. Хотят отомстить за своего ебаного виноматера. Dreamcoil подаем, очень солидный Dreamcoil. Влетает земелья, как ебанутый псих, блять, в ебучего шейкера, ебальник им всем ломает. Войд без хрона просто залетает, как псих ебучий, просто сумасшедший нахуй. И разваливается под медузой. Ладно, но не проебали, это уже, знаете, такие... Бля, бро, он, ты понимаешь, у нас ни один, блять, прогноз неверен, походу. Да какая нахуй разница вообще? Один ебет, а другой разница, вот тебе разница.
Да. Нападение Сейвана Ханскина сейчас происходит на наших глазах. Мешает, Че ты, блядь? Ну ладно, ничего страшного. Но они уже прикалываются, реально, знаешь, рофлят. Ну, да? Рофлят там. Да. О-ху-ху! Смотри, он просто издевается! Он просто издевается над ними. Он просто делает вид, что ему похуй. Вдруг ему на самом деле похуй. Да, это просто уже, ну, ненормально. Ненормально. Так. 12 тысяч перевес уже за командой Virtus.pro. Очевидно, тут забирается Рошлинг. Фришный Рошлинг, прошу заметить. Ведь команда Alliance не может его задефать. По какой-то непонятной причине. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Не, все, тут уже поражение. Я не знаю даже, как комментировать эту игру. Неименуемая. Я не знаю, а как комментаторы, знаешь, вот так типа делают. Ну, они как-то, знаешь, типа говорят, ну шансы, знаешь, типа есть всегда, знаешь, ну типа. Ну тут, сука, шансов просто ноль. Я не знаю, что чел на дузе должен вещи сломать нахуй. И на паке тоже вещи должен сломать нахуй. Потому что если чел на дузе вещи сломает, он нафармит больше, чем чел на войде до сих пор. Я не знаю, что тут должно произойти. Честно, я спать уже, блядь. Такая игра нахуй уебищная. Вот мы уже понимаем, то, что наши ребятки нахуй. Кого? Разъебали, разъебали. Ну, трахнули. Да, а что еще? Что еще сделали? Да? Да, Аньё. Аньё? Аньё. Аньё. Ты знаешь, что такое Аньё? Привет. Да, мне тоже написали. Ну, я это давно узнал. А я это, да, тоже. Че, на шейкере просто убивают, он погибает. Блять, нахуя он еще одного убил, блять, на медузе, ГПК, блять, у нас одна ставка не зашла. Бля, но... погоди, а что там была за ставка у нас? Мы все въебали. А, мы все въебали, реально. Ну, ну нужно, чтобы пак подсосал как-то, я не знаю. Подсоси на паке. Да сука! Как, блять? Ну, блять... Ну, бро, ну что за хуйня? Ну, блядь, а чё поделаешь? Аганим, кстати, приобретает себе пук. Да какой нахуй Аганим, браток? Бля, мужик, какая нахуй разница? Ты выиграл деньги. Похуй на эти. Да похуй. Пинг-понг. Так. Nightfall Daedalus уже приобрел себе. Нахуй не играют, я не понимаю. Пиздец, мне так не нравятся вот такие вот моменты, когда челы въебали и дефают. Да, это да, пиздец. Да, да, это знаешь, пиздец, почему? Просто. Почему они должны. Они обязаны дефать, потому что, типа, там что-то у них. Ну, в команде, понял, типа там. Не то чтобы правило. Короче, такая хуйня, типа, чтобы играли до конца, потому что, ну, там же эти спонсоры какие-то и тому подобное хуйня. Ну, я что-то слышал там такое вот. А, вот, типа, ну, осуждаю. А, осуждаю. Долбоёб, блядь. А, ну да, ГТРП. Ну да. Но всё равно осуждаю. Тоже осуждаю. Ебана, блядь. Да, сука. Фу, блядь. Оу! Врыв! Подожди, что это? Что это, да, блядь? Да вообще похуй. Нормально ворвались на корню. ГГ, напишите. На ГГ. Напишите, да. ГГ, реально. ГГ. Да ты там чел на ВД уже просто с чека, блядь, что происходит. Че, он подкастал? Да не, он тупо каски отменяет стоит. Все прогнозы въебали. Какая разница, бро? Ну какая разница? Ты выиграл деньги, настоящие. То есть ты можешь за эти деньги купить себе, знаешь что, сухарики, пиво, чипсы, кока-колу, пепси. Мини-его, мини-его. Что? Мивину. Мивину, да. Именно.